встреча с мелодией «Звездочки-дочки» подарила сердцу восторг. Такой какой-то детский, чистый восторг. Очень было интересно и интересно с ней встречаться и вслушиваться в многообразие музыкальных инструментов. В те переливы, в звон колокольчиков, которые вот как будто сопровождают жизненную дорогу «Звездочки-доченьки». Вот. И сама мелодия, она как будто бы вот знакомит с жизнью звездочки, с ее такой, с ее непрестанным трудом, с очень трудолюбивым ритмом. Вот. И такое ощущение, когда встречаешься, восторга, радости и вдохновения. Прям сердце наполняется, и хочется встречаться и встречаться, и рождается в душе ощущение такой бесконечности и легкости, легкости и радости пути, вот, и жизни вообще в морской сказке.